Здравствуйте еще раз и всем вам отличного вечера! Я думаю, только настоящие болельщики настоящего хоккейного клуба могут конкретно гульнуть в четверг вечером. Я так смотрю, пока еще я вижу, что много народу пришло. Это очень радует, приятно, что люди помнят про нас, ждут, когда мы начнем сезон. И приятно просто вот так в душевной атмосфере пообщаться. Знаете, очень приятно, много народу, не успели выйти, видно, как народ соскучился уже по хоккею, особенно по команде, вот. Но вели куда-то на какие-то аттракционы, а совсем не своим делом занимаюсь, и знаешь, что ребята уже готовы, а другая группа совсем давать автографы, но здесь видите, как приятно очень, и не могу уйти от них, буду расписываться столько, сколько будет возможностей. Положительные эмоции, как хорошие проводятся такое мероприятие. Есть время пообщаться с болельщиками напрямую. Стигвей, гироскутеры, я смотрю, у тебя хорошо получается. Опыт уже был? Ну да, у меня есть такая штука дома. Когда с ребенком гуляем в коляске, я на этой штуке катаюсь. Только началось, уже, как видите, очень много болельщиков, очень много желающих, и у всех хорошее настроение. Я поэтому считаю, что это очень здорово, очень весело и сближает и болельщиков с командой. А наряду вот с Сергеем Совиным именно вас называют высокоинтеллектуальными хоккеистами, и как раз вот именно вы пошли в шашки. Сами попросились? Нет, на самом деле это организовала медиа группа команды, поэтому, не знаю, сейчас проверим, посмотрим. Даже давно не играли. Как будем соревноваться с болельщиками или между собой, сейчас выясним. Первый раз на... Ну, весело, хорошо, много народу пришло, интересно. Я думаю, для детей в первую очередь это интересно, всякие развлечения тут есть, конкурсы всякие, все интересно. Твоя хоккейная карьера только начинается, выступаешь за молодежку. К тебе фотографироваться лично подходили, автограф просили? Пока нет, пока не подходили, но надеюсь, подойдут. А как тебе матч с уфимцем? Ну, тоже интересно. Ну, ребята, конечно, переиграли нас, но мы старались не подвести и играли в свою игру. Ну, что получилось, это же праздник. Здесь маленький шатер, где можно... С участием хоккеистов скоро заработает. То есть вы подходите в фуд-зону. Я сейчас примерно объясню, где она находится, дорогие друзья. Вот там. Ну, девчонки, как вам праздник? Вообще замечательно. Здорово. Первый раз на этом празднике. Очень нравится. Что именно больше всего понравилось для вас? Ой, все общение, это атмосфера, хоккеисты, болельщики. У нас такой замечательный клуб, такие болельщики. Это просто замечательный город. Просто эмоции переполняют, на самом деле. Ой, праздник очень нравится. Дочка довольная, счастливая. Сфотографировалась с Лаватиком. Первый раз его увидела за 2 года нам. Болеем с самого рождения. Праздник очень нравится. Все очень круто, все здорово. Спасибо. Хоккеистами получилось пообщаться, пофотографироваться, взять автографы? Да, конечно. Я встретил своего бывшего одноклассника Сашу Логинова. Увиделся с ним, 100 лет не виделись. Рад его увидеть. Хоккеистов видели. Я думаю, еще успеем взять автографы, пообщаться. Это твое. Пошли. Очень размялись уже. У них очень длинные... Все очень нравится. Приезжаю сюда второй раз уже. В этом году лучше. Все как-то уже лучше спланировано получается. А успели пофотографироваться с хоккеистами, пообщаться? Что им сказали? Сфотографироваться успел. К сожалению, сказать ничего не успеваешь, потому что очереди большие. И не получается. Но фотографировать обычно успеваю со всеми. «28 июля 2016 года. День болельщика. Каким он тебе запомнится?» Он мне запомнится ярким, веселым, настоящим хоккейным праздником в городе Уфа. Что тебе понравилось больше всего? Были такие моменты?
Мне нравится вообще все. Мне безумно понравилось катание на гироскутерах, зона баскетбола. Очень интересно все, очень все безумно нравится. Эти билеты совершенно бесплатным входом пользуются здесь. Поэтому, друзья мои, готовьтесь к этому моменту хорошенько. Будет немало количества приятных сюрпризов. Но пока все нравится, только подошли. А жара не мешает? Нет, абсолютно. С детьми не сложно на таком празднике? Не шумно? Дети не пугаются? Вроде вот спокойно реагирует. Сама думала, что испугается, но вроде как-то вот спокойная реакция. Надеемся, дальше будет так же. Хотим зайти внутрь в арену. 15 лет уже прошло, с тех пор, как главный приз – это игровой джерси хоккейного клуба «Салават Юлаев» с подписями всех, без исключения, хоккеистов нашей команды. Как тебе праздник? Мне он очень понравился. Что запомнишь больше всего после сегодняшнего дня? Автограф-сессию.